другим новостям. На вооружение городских и районных больниц Чувашии поступили 32 новые машины скорой помощи. Машины выстроились в линию. В ряду обычные скорые и реанимобили. По оснащению это мини-больницы на колесах. Здесь есть все необходимое для спасения человеческой жизни. У фельдшера под рукой дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другое снаряжение для экстренной помощи. Мы забыли, что такое дефицит. Дефицит в запчастях, в лекарствах, в автотранспорте. Когда мы по 10 лет ездили на старых машинах, сейчас практически исчезло у нас вот слово дефицит, мы имеем все. Мы осуществляем не только скорую медицинскую, но и скорую специализированную медицинскую помощь. То есть больных с инсультами, с инфарктом миокарда мы практически доставляем в республиканские сосудистые центры. Пациенты должны почувствовать реальное улучшение в отрасли здравоохранения, особенно в скорой медпомощи, заявил глава республики Михаил Игнатьев и пообещал, работа по переоснащению автопарка будет продолжена. Это не подарок, это наша работа и обязанность, и миссия. Выполняя свои прямые функциональные обязанности, мы обязаны обновлять с одной единственной целью, чтобы автомашины скорой медицинской помощи на ремонтах не стояли, своевременно выезжали и своевременно оказывали качественную медицинскую помощь. Отдаленные населенные пункты, неотдаленные, независимо от этого. У нас достаточно автомашин, около 200 единиц. Мы еще 53 единицы покупаем. В следующем году каждую четвертую машину еще будем обновлять, которые уже устарели. Те, кто оказался за рулем новых скорых в первых рядах, сразу же отправились по местам работы. Их помощь может понадобиться в любой момент. Рифат Фаткулин, Валерий Рисюков, Республика.